你好，我叫苏安娜，今天我会告诉你们我在学校做什么。Hi, my name is Diana. Today I'm going to tell you what we do in school. Всем привет, меня зовут Диана, и сегодня я вам расскажу, что мы делаем в классе. Стоп, это сразу сейчас вытарит. Начнем с того, во сколько он у вас начинается и заканчивается занятие? Занятия у нас начинаются... Ну, ворота у нас открываются в 7:45. Закрываются. Открываются они в 7:20. Закрываются в 7:45. Класс мы начинаем идти в 8 часов, а занятия у нас заканчиваются в 2:10. В 2:10 заканчиваются. А по средам со среды до пятницы у вас что есть с утра? Со среды до пятницы. Да, что? У нас есть бег. Running club. Мой самый нелюбимый бег. Почему? Я не люблю бегать. В прошлом году вообще любила же бегать. И тогда школа открывается у нас в 7:05, совсем рано. И так как мы живем довольно далеко от школы, то мы из дома выезжаем во сколько? 6:30. 6:30 утра мы уже. У меня подружка просыпается в 8 часов, и поэтому она все время опаздывает? Понятно. Ладно, значит, занятия у вас начинаются где-то в 8, заканчиваются они в 2:10, да? Давай расскажи нам, какие у вас есть предметы в школе. Ты уже в каком классе? В третьем. Сколько лет ты учишься в школе? 5. 5 лет. Скоро будет... Потому что... CK, kindergarten, first, second, third, 5. 5 лет, да, потому что Диана у нас училась в 2 подготовительных классах, можно сказать. Значит, в 3-м классе ты уже учишься, да? И какие у вас есть занятия? Social studies. Социальное образование, да, наверное? Не знаю. Математика. Ага. Калибри, да. Потом. И не боится ведь. Эксперименты. Science. Art. Art. Class dojo. Relaxation day. А что же вы? А что вы там делаете? Призы и смотрим мультики. Ясно. Потом... А писать, читать. Есть такое дело. Да? И. Я больше всего люблю читать. Читать ты любишь? Не читать, а писать. Писать? Да, с математикой как-то не очень-то. Так, что еще? Физкультура у вас есть? Да, по четвергам. В четвергам? Один раз в неделю? Угу. У моих друзей, вот у нас Шукрана и Мубина, у них в среду, четверг, пятница физкультура. Очень много физкультуры. Да, программы отличаются от школы к школе. И, значит, вы полдня сидите, учите... Английский. А, пол? Больше, чем полдня? Угу, потому что у нас учителя по английскому зовут мистер Луис, он все время, мы не успеваем делать математику. Потом он либо меня, либо Пеппу посылает к мисс Панди, чтобы он Она ему одолжила еще время, да? Ага, 10-20 минут. Можем от 10 часов, он может еще попросить до 11. Ох, ничего себе. А дальше вы что учите у миссис Панды? У мисс Панды мы учим... Сначала мы делаем щедзе-тедзе. Это такая бумажка. У нас Адриан мешает нам. Щедзе-тедзе — это такая бумажка, и на ней китайские буквы. Одна буква без пинина. Пинин — это такие... слова, которые мы можем прочитать по-английски. Ну, как транслит на английском есть, да, чтобы можно было прочитать? Да, только это такое написано на английском, но слово это китайское. Uh-huh. И сверху такие шапочки называются. Есть такая. Потом есть вот такая. А что эти шапочки значат? Например, это вот значит такое... Это вы так китайский учите? А вы пишете на китайском? Сочинение пишете? Бывает. О чем-то рассказать, да? На Хэллоуин мы, например, писали, что мы любим делать на Хэллоуин. Ясно. А на Рождество не писали?
Когда у меня учитель заболел, у нас был другой учитель замена. Ее зовут мисс Салбаги. Она нам задала такое задание написать, что мы делали на winter break. Я, например, написала два слова, потому что мы ничего не делали. Ну, это да, это у тебя ничего не делать, понятно. Тебе все время скучно, да, у нас? Девочка скучающая все время. Окей, что еще? Домашнее задание тебе дают? Да, каждый день дают задание? Нет? А когда? Дают нам в пятницу, вернуть надо в пятницу. Понятно, в течение недели делаете домашнее задание, да? Окей, а в школе есть форма? Вы как одеваетесь в школу? Ну, как хотим. Можно вот так вот, потому что завтра у меня выступление. Ну да, ты готова к выступлению, красиво. Тогда можно любую одежду. Платье, шорты, кофты, майки, рубашки. Можно все, что хочешь. Но у вас вообще есть в школе специальные футболки, да? Elementary school с пандочкой, который держит карандаш. С пандочкой, да. То есть на праздники в основном просят, чтобы одевали такие футболки, если они есть. А если нет, то значит что-то красненькое. Они нас просят одевать вот эти кофты, когда мы ездим на филдтрип. Да, что такое филдтрип? Расскажи нам. Филдтрип — это когда мы всем классом собираемся и едем куда-нибудь. Например, SeaWorld в том году я ездила. В этом году я ездила в Италию. А никуда вы не ездили? Вы ходили на Рождество. Точно, мы не ездили. Это обычно мы ездим на автобусе, а в этот раз, это в декабре или в январе. В декабре мы это пешком пошли. У нас рядом со школой, вот так напротив. Вот тут школа, вот тут вот это домик, дом для престарелых. Да. Мы туда ходили, мы пели разные новогодние песни. И заранее подготовили бутербродики, да? С бананом. И угощали стареньких бабушек и дедушек, да? Ну, это они просто вот так вот коробку положили, туда поставили. Потом мы ушли, и потом они им отдали. Мы им сами не давали. Понятно, думала, мы просто выступали перед ними. Я думала, что мы будем это сами им давать, а оказывается, они в коробку положили, мы ушли, и потом они сами им давали. Понятно. Ну, вообще, филдтрип — это у нас экскурсии, наверное, да, на русском языке. Собираются весь класс, и на автобусе везут детей в разные, иногда в зоопарк, иногда вот в SeaWorld возили, а в музей возили. Давай. В Тике я не помню, у меня был филдтрип или нет. А там в киндергардене я не пошла, мы должны были поехать в зоопарк, потому что мама меня напугала. Давай дальше. В первом классе я ездила... Шишки падают. Бухают. В первом классе я ездила в Science-музей, по-моему. Да, в Science-музей. Во втором классе я ездила в SeaWorld. Да, но вы еще ездили в этот, в театр на представление. Да, в театр. Peter and the Star. Какой-то Питер и звезда, которая падает. Не прыгай, пожалуйста, у меня камера трясется. Так, хорошо, значит, экскурсии у вас тоже есть. А вот в этом году у нас будет 6 филдтрипов, один уже прошел. И что, за полгода сейчас будет еще 5 штук? Ничего себе. Ну, куда-то вы поедете на пляж, да, какой-то дикий? Это не прыгай. Не публика это, не публик. Там no где... public, без людей. Да, вообще там никто не ходит. Там только дети, которые на экскурсиях ездят. И что вы там будете делать? Мы будем рисовать плакат. О чем? Море будете? Кен рисовать? Нет, там мы будем искать яйца птиц диких. И мы потом это все нарисуем на плакате. А, классно. Кстати, недавно к вам приходили, да, приносили какие-то ракушки, да? Ну, ты рассказывала с этого, с пирса, с столбов пирса, которые в воде находятся. Дяди собирали, да, счищали эти столбы, очищали, и потом приносили, что на этих столбах образ... Не дяди, а две тети. Две тети. Мисс Картаски, мама моей подружки, и мисс Адлер. Они оба работают... Обе. Да. Обе работают
Science музее. Science музее. И вот они принесли то, что на столбах собираются, они принесли им, показали, что же там образуется. Хорошо, скажи, пожалуйста, у тебя в школе много друзей? Не знаю, вот так вот. У меня... Много, Адриан тут рядом подсказал. Потом, Дэвид, Алейна, Пиппа, Джейд. Потом, Яя, ее зовут Ялин, у нее никнейм Яя. Коли, я ее называю Куки. Луна. Джейд я называю Нам-Нам. Луна, потом... Эсси, Элси. И ты так думаешь, что это немного друзей? Нет. Тебе больше надо? Полина. Полина, да. Потом Луси из Адрианиного класса, маленькая. Маленькая девочка. Которая сестра Элис. Еще и Эйдриан. Эйдриан, это ты, что ли? Ну, мне кажется, это много друзей уже. Из Нет? мальчиков Себастьян, Куин, Эйдриан. Это я не про него. Я знаю. Это ты с мальчиками и с девочками дружишь, да? Ага. Потом Тайлер. Так, а скажи мне, пожалуйста, давай секретики выдадим. Кто там в Диану у нас влюблён? Себастьян. Себа. Вот мне он вообще не нравится. Мне нравится Дэвид. Ну, Дэвид тоже в тебя влюблён. Это вот я не знаю. Ой, я тебе по секрету скажу, что тоже. Диана у нас на расхват. Хорошо, давай следующий вопрос. Это у нас длинное видео получится. Вы за партами сидите или как в этом, в тике и на полу там сидите? Или парты у вас уже есть? В английском классе мы сидим за партами. Только когда у нас это эксперименты, тогда мы садимся на пол, потому что мы садим с коротовки, и к нам это показывают. У нас доске from meeting board, и там они показывают фотографии, видео, рассказывают. И... Я чуть-чуть камеру подняла, чтобы калибри было видно, потому что я на них смотрю, они так классно летают. Ну, сейчас они прогнали друг друга, сейчас еще прилетят. А в китайском классе мы сначала садимся на пол, потом на стол, потом на пол, потом на стол. Ничего себе, вы прыгаете. Пол-стол, пол-стол. Ёлки, да? Что там? Ёлки, пенёлки. А пентисмолистая, лиские, душистые, стройная, пушистая, елка серебристая, а пеньки с очками, а сучки с пусиками. Елочки, пенечки, пенечки, елочки, елочки, елочки. Если кому интересно, пенечки, я оставлю елочки, ссылку на елочки, видео пенечки. На детском канале. Там есть видео, как мы ходили в русский. В русскую студию. Студия, как ее? Sunshine. Sunshine. Детская студия развития детей здесь есть. И мы ходили на новогодний утренник к ним. Блин, очень классно, рекомендую. Там прям вот вообще очень так было все поставлено. И представление здорово, и песенки, да, и танцы. Всем понравилось. Хорошо, а расскажи, есть ли у вас перемены в школе? Две. Две перемены? Десять. У меня в 10:15 у Адриана... Это ланч, наверное. Нет, у меня 10:15 recess. Это просто перерыв, да? Угу. У Адриана в 9:55. Хорошо. А что вы делаете на перемене? Мы можем делать все, что хотим. Беспределите, да? Ага. Только у нас там мисс Пуа, мисс Моник, мистер Джи ходит. Следят за вами. Мисс Карин. Окей, а скажи мне... Я обычно сижу с подружками или играю террибол. Террибол — это моя самая любимая. Или иду на красную площадку. Ладно, а второй перерыв что вы делаете? Ну, одно и то же. То же самое. А еще есть третий перерыв — это ланч, да? Да нет. А когда ланч? Ланч у нас — это второй перерыв. Второй перерыв — это ланч, да? И если остается время, вы играете или нет? Нет. У нас это каждый день, кроме это, коротких дней. Ясно. В общем, две перемены у вас, да? Угу. В школе вы кушаете, правильно? У вас есть ланч, у вас есть завтрак, да? Но на завтрак вы не ходите почему-то. Я не люблю завтрак. Ну вот, Адриану очень нравится, но он один стесняется туда ходить. По ценам скажу, что завтрак стоит $1.25, а ланч стоит то ли $2.25, то ли $2.50. Ты не знаешь, Диан? Нет, не знаешь. А чем вас кормят?
Я люблю. По понедельникам там ничего такого нету, потому что я все время забываю по понедельникам что-то брать. Так что я беру пиццу. Пиццу, окей. Вторник. Вторник. Наггетсы или тако. Ты наггетсы любишь. Хорошо, среда. Только магазины не очень. Давай. Мне школьные больше нравятся. Давай, среда. Среда. Бургер. Нормально, да, мы кушаем? В понедельник у нас, значит, пицца, во вторник наггетсы, в среду у нас бургер. Давай четверг. Терияки чикен! Дянин любимый, точно, терияки чикен. Только четверг у них более-менее что-то приличное, а в пятницу? Курица джамбстик, мне не очень нравится. Я до этого пробовала это, и кушала, пока мне подружка Кристал не заставила меня попробовать терияки чикен. Теперь она мне каждый день, я хочу есть. Понятно, в общем... Кристал, ее зовут Кристал Лу. Угу. Она китаянка, да? Кореянка. Ясно. А вообще и у вас... Она ушла. Да, вообще у вас в школе много разных национальностей. Не прыгай ты так. Я не прыгаю. И скрипишь с кроссовками, и камера вся это, шатается у нас тут на балконе. Кто у вас там национальности какие есть в классе? Мексиканцы. Больше всего. Мексиканцев больше всего, да? Угу. Американцы. Есть. Русские. Есть. Я и Аня. Да, Аня у нас наполовину украинка. С Кореи есть? Япония есть? Япония это кто? Japanese. Japan. Это я не знаю. Это, наверное. Вьетнам. Вьетнам есть. Есть. Ну, китайцы, понятно, есть. Кто еще есть? Китайцев нету. Как это нету? Учителя. Да, конечно, и дети тоже. Ладно, значит, национальностей у вас много в школе. А все, наверное, у меня все вопросы закончились, да? Перемены спросили, про покушать спросили. Все? Я еще хочу вопросы задать. А я не знаю, что тебе еще задать. Что тебе нравится больше всего в школе? Мне больше всего нравится... Математику я просто не люблю. Я люблю science, art, writing. Reading я так себе, потому что у нас никаких интересных книжек нету. Вот я в библиотеку все время хожу, это в классе по четвергам. Вот, например, сегодня мы должны были идти в библиотеку. Да. Библиотекарь заболел, написали со школы. Да? Да. Кстати, сообщения со школы постоянно, ежедневно приходят по несколько писем, все время какие-то обновления, и школьные обновления, и по классам обновления. Ну вот все, что со школой происходит, постоянно, тут же прям ежесекундно, чтобы не произошло, сразу же приходит им, ну, на почту сообщение. Значит, тебе science art нравится, да? Рисовать потом ты любишь? Writing. Писать любишь? Это когда мне дадут мой самый лучший рисунок в феврале, это я его вам покажу, мне он очень нравится. Да, можно в Инстаграме. Галактика. В Инстаграме посмотреть, ссылка тоже будет под видео на мой Инстаграм. Это уже не мой Инстаграм, это там давно детский Инстаграм, там одни только дети. Так же, кому интересно, заходите. Бабочка. Но большая, да, желтая бабочка, прям огромная летает. Может подлететь сюда. Но она прям... Где-то вот такая. Ну, с твою ладошку точно, да, большая бабочка. Погода у нас замечательная, да? 30 января. Летит, летит к нам. Не пролетит. Бабочка. Мы ну один что? Раз вот тут вот нашли, на вот этой. Да, штуке. Замерзла она. Ага, бабочка замерзла. Не пугай ее, может подлетит просто. Давай заканчивать видео. Давай нам расскажи что-то быстро на китайском о себе и на английском. И потом я еще китайская штука, которую мы в конце говорим после каждого перформанса. Ну давай. Давай на китайском, на английском и перевод на русском нам. 我叫苏安娜，我九岁，我喜欢吃披萨皮。Harago. 我的最喜欢的颜色是蓝色、绿色和黄色。
我知道俄国、美国和中文的话。Давай на английском. Hi, my name is Diana. I'm 9 years old. I like to eat pizza and hot dog and sushi. Sushi я не знала, как сказать китайский, так что я это не говорила. My favorite colors are blue, green, and yellow. I know how to speak three languages: Russian, English, and Chinese. Привет, меня зовут Диана. Я люблю кушать пиццу и хот-дог, да, и суши. Мне 9 лет. Я люблю кушать пиццу, хот-дог и суши. Это мои любимые цвета: синий, зеленый и желтый. Я умею говорить по трем языкам: русский, по трем, на трех, по трем. На русском не умеешь ты говорить по трем. Кого по трем? Трём. Кыш, не мешайся. Тряпочку дай потрогать. Я разговариваю на трёх языках. Русский, английский и китайский. Всё, давай прощаться на трёх языках. Давай. Гонг си фа цай хонг бао на лай. Ся ся та ча син нян хуай лэ. Гонг си фа цай хонг бао на лай. Класс. Как будет пока на китайском? Зайчен. Зайчен. Бай-бай. И пока. Пока-пока. Не забудьте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока-пока. Да, Диане надо обязательно лайки поставить. Она нам так рассказала. Все. Да-да-да. Лайки.